реку, даже Бегеш, пока русло сухое, до Блудного мы не поедем, потому что уже сплошная стена пепла, вот он уже рядом. Судя по всему, это, наверное, уже спускается сюда либо сельевой поток, рядом видно облако дыма, что-то вроде горит, это, наверное, лес горит. И очевидцы, которые нам встретились по пути, говорят, что есть уже даже лавовые потоки. Дальше мы не едем, значит, острая проблема, которая раньше стояла у нас